Всем привет! В этой части нашей хлебницы, во второй части мастер-класса, я покажу, как сделать вот такую вот загибку. Это загибка разга на двух стоечках, на двойных. Сам поднос я показывать не стала, потому что он делается точно так же, как вот эта вот крышечка, просто пошире вы делаете. Поднимала стойки я с помощью обычного загибания стоечек. Ничего тут такого нету страшного, поэтому я не стала на этом внимание останавливать. А загибку у меня спрашивали, вот я вам ее и показываю. Ну что, приступим к нашей загибочке. Смотрите, берем мы наши трубочки и подставляем дополнительную трубочку. Так как у меня здесь короткое расстояние небольшое, я две подставлять не буду. Но вообще нужно вот так вот две подставлять, потому что вы же две будете загибать вот таким вот образом. Но мне сейчас это будет неудобно, и на видео вы вообще тогда ничего не поймете. Теперь смотрите, дальше продолжаем. Здесь тоже мы добавляем нашу дополнительную трубочку вот сюда. Вот так. И загибаем вот таким вот образом наши стоечки. Вот так. Одну на одну ложим. Теперь берем еще. Ох, малой кашляет. Вот так добавляем еще. И эти тоже также мы загибаем. Вот так. И также продолжаем дальше. Еще загибаем. Стоечки должны быть увлажненные в меру. Загибочка вроде бы как и не сложная, но такая специфическая. Смотрите, вот у меня получилось три. Вот раз, два, три. Можно сделать больше. Если расстояние у вас побольше моего, то вам трех будет достаточно. У меня расстояние между стойками маленькое, я могу еще больше сделать, чтобы она была объемней, загибка. Так. Уже стоечки подсыхать умудрились. Видите, гнуться не туда. Вот так. Так, продолжаем дальше. У меня 4. Теперь мы заводим вот эти вот передние, которые мы тебе брали. Берем их вот так. И заводим за наши следующие стоечки. Вот так. Так, смотрите, вот мы загнули вот эту вот сюда. Теперь мы вот эту вот загибаем сверху стоечку. Вот так улаживаем. И берем опять вот эти. И заводим за соседнюю стоечку. Вот так. Теперь опять эти заводим сюда. Так. Берем опять соседние. И заводим за следующую. Так.
дальше. Вот эти вот должны быть вверх. Так, опускаем. Надо еще увлажнить трубочки. Так, теперь смотрите, дошли до того момента, где у нас 4. Выходит 4 штучки. Вот эти вот левые мы оставляем в покое, а берем правые, те, которые подлиннее, и заводим их дальше. Сильно часто у меня эти трубочки, стоечки сильно чистят, поэтому здесь сложно сделать загибку такую. Здесь больше бы подошла на одинарных стоечках. Ну, уже взяла сделать, значит, будем делать такую. Ну что, подошла я к окончанию своей загибки. Смотрите, вот у нас последняя стоечка осталась. Вот эту стоечку, которую мы сюда загнули. Вот мы убираем нашу помеченную, которую мы место оставляли. И заводим на это место. Свои трубочки. Место, как я говорила, надо подставлять желательно более чем одну вот эту серую трубочку, что я подставляла, потому что потом будет сложнее засовывать вот эти вот дополнительные, заканчивать. Вот так вот мы подсунули, все это выровняли. Теперь мы должны сюда же засунуть еще вот эту. Сначала одну, сейчас мы ее уложим, так, и еще одну. Все, вот они, наши 4 трубочки вышли сюда. Теперь мы берем опять вот эти вот и должны их поместить вот сюда. Вот в это место. Также сначала я завожу одну. Если у вас не получается заводить так, тогда можно взять спицу и с помощью спицы помогать себе их заводить. Это делается вот таким образом. Просовываете вот так спицу. Потом берете свою трубочку. Одеваете спицу вот сюда на трубочку. Вот так. И просовываете вот таким образом. И тогда будет легче вам. Так, все, вот это мы тоже сюда завели. Берем следующую.
Вот она наша. Так, вот в это место мы должны протянуть еще наши стоечки. Вот это место должно закрыться. Вот так вот перекрывается. И вот сюда ныряет. Берем сначала мы одну. И потом вторую. Трубочки должны быть влажные. Они у меня уже подсохли. Надо будет их немного еще смочить. Иначе получаются заломы. Так, здесь мы аккуратно вот это место должны поправить. У нас было все ровно и красиво. Вот так. Берем опять следующие. И также заводим вот сюда. Так, сюда мы заводили. Теперь вот она наша дополнительная стойка. Можно, в принципе, их вытащить. Их и так видно, куда нам нужно зайти. Так, вот смотрите, я покажу. Вы должны выйти между вот этой вот стоечкой, вот она выходила, вот эта стоечка, за стойкой, но перед вот этой вот стойкой предыдущей, вот между вы засовываете, получается, и туда вы должны просунуть свои трубочки. Вот эти. Вот в это место. Вот так засовываете, просовываете и вторую рядом. Все вот так. Все это выравнивается. Ай. Так. Теперь вот эту также мы продеваем, как я уже сказала. Вот сюда. Ну вот что у нас. Такая вот загибка получилась. Теперь мы должны вот эти вот трубочки пообрезать, вот эти все. Для этого мы берем нашего паука. Смотрите, он на лапках получился. Переворачиваем. И вот здесь вот так вот аккуратно мы вот это все обрезаем. Вот так все обрезается полностью. Вот такое вот очарование у нас получилось в результате. Вот так вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик для того, чтобы получать новые уведомления о моих новых роликах. Всем творческих успехов!